чтобы вызвать такси, можно подойти на ресепшн. Как правило, например, вот с нашего отеля оно стоит $8 до Белека. Вот наше такси, приезжают они быстро. Наш водитель. Мы едем в Белек, сейчас в Айкики магазин, покажу вам цены. До Белека где-то 4 километра. Ну и, конечно же, всем любимый Вайкики. Недорогая качественная одежда турецкая. Цены примерно от 5 до $15 на вещи. Маечка $5. Платье $7 приблизительно лето. Вот такие сланцы $5. Мороженое здесь целое представление, как делают и подают. Хозяин магазина. Впереди есть красивая мечеть. Вот она. От фонтана прогуляться немножко дальше, то попадаем на обычный рынок с обычными такими рядами, как у нас раньше были. Мы вышли с рядов. Очень большой рынок здесь. Еще один фонтан у них есть. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.